С вами Даня. Я хочу проявить фантазию и сделать из конструктора очень интересную вещь. Но вы это узнаете только, когда досмотрите видео. И в конце видео еще будет очень что-то прикольное. Так что смотрите это видео до конца. Я приступаю к работе. Теперь я смогу положить сюда карандаши. Еще сюда можно положить ножницы или мелко, кстати. Вот сюда можно положить стирательный диск, а сюда можно точилку. Ну вот какая у меня получилась подставка для карандашей. Что-то очень интересное, и сейчас я вам это показываю. Для этого видео я его сам сделал, также из лего. И сейчас мы его пойдем проверять, сможет ли он плавать. Там их настиг огромный шторм. Там отвалился парус. Его друг выпал за борт. Он не пытался его спасти, но стихия ему мешала. Он выплыл на ближайший остров. Оттуда он ловил свой флаг. Потом он опять спустил корабль и отправился искать своего друга. Он проплывал, он наткнулся на какое-то бревно и так и плавал на нем. Я к нему подплыл, он залез на корабль, но вдруг он начал тонуть. Флаг отвалился. Мы еле-еле с ним все. Они вычерпали воду бедрами и отправились к берегу. Оттуда к берегу флаг тоже вынесла. Там они починили корабль. Самая огромная раковина в мире. И они поплыли домой и вернулись. Они продали эту раковину и стали самыми богатыми и начали жить припеваючи. Конец. Ребят, если вам понравилось, то тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!